Так, мы зашли в теплицу. Смотрите, здесь помидорчики красивые. Такая бочка. Сюда заливает воду сверху, потом она идет это приспособление, кранчик, вот отсюда на улице, там на огород, и с этой бочки потом выходит вот такая штука, наверное, фильтр. Вот, и потом пошел он так по земле. Сниму еще фильтр вот этот. Да. Полив капельный. Потом полив, конечно, капельный здесь. Такие трубочки. Вот черные. Каждой помидорки. Помидорки такие красивые. Смотрите, большие, огромные. У нас на Украине такие бывают только где-то на южных областях. Вот. У меня рост 1,70 м, где-то 2 м высота. Там еще там козырек вот этот. Так, вот так растут огурцы. Вот эта батарея для обогрева земли зимой. Вот это огурцы, что-то они подсыхают немножко. Вот сделан капельный полив. Здоровая такая теплица.